В Новопатрушево открыли автомобильное движение по улице Николая Никитина. Новая дорога, двухполосная, общей протяженностью 0,5 километра. Ее построили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Подрядчики приступили к работам в начале 2023 года и закончили почти на 2 месяца раньше срока. На объекте организована современная система водоотведения, смонтирован коллектор ливневой канализации, проложены кабельные сети связи, все инженерные коммуникации и освещение. По обеим сторонам улицы обустроены тротуары и велодорожки. Отмечу, что к строительству объектов дорожной инфраструктуры в Новопатрушево приступили еще 3 года назад. Улица Никитина стала здесь последней, 6-й по счету, которую сделали капитально. На сегодняшний день построено порядка 6 километров в общей сложности с 2020 по 2023 год включительно. Вот. А также будет еще планироваться развитие улично-дорожной сети на второй половине микрорайона Новопатрушево. Но это будет уже вестись после того, как будут застройщики возводить многоэтажную застройку.